Здравствуйте! Вы смотрите «Новости русского мира». В студии работает Евгения Фахурдинова. О самых интересных событиях недели расскажем вам прямо сейчас, в этом выпуске. «Наш общий гений» стартовал международный конкурс имени Рахманинова. Расширяя границы, в Дамаске начал свою работу Центр по изучению русского языка. «Восточная сказка» – в Москве прошли Дни культуры Узбекистана. А теперь подробнее об этих и других новостях. В столице стартовал международный конкурс пианистов, композиторов и дирижеров имени Рахманинова. Со всего мира в Москву стекаются музыкальные таланты, чтобы побороться за звание лучших. Именитое жюри уже подводит итоги первых туров по фортепиано, дирижированию и композиции. О наследии Рахманинова в руках молодых виртуозов расскажем далее. Все 12 дней со сцены будут звучать композиции самого классика и его современников. В этом году около 500 конкурсантов со всех уголков мира отправили заявки, надеясь получить международное признание. Многонациональное жюри, представленное мастерами из разных стран, готово судить честно и беспристрастно. Иногда даже приходится слышать, что классическая музыка умирает, и вообще, кому она сейчас в современных условиях нужна. На самом деле она не только не умирает, она очищает нас всех своим высоким штилем, можно так сказать. И это неприходящее, так сказать, достоинство, драгоценность, и мы всегда будем стремиться именно к тому, чтобы она звучала всегда не только на сценах каких-то концертных залов, но и прежде всего в нашей душе, в нашем сердце. Просмотры онлайн-трансляций первых дней конкурса бьют все рекорды. 1,5 миллиона человек из России, США, Европы и Азии с нетерпением следят за успехами участников. Присутствие на этой сцене уже само по себе является признанием таланта и профессионализма. Именно поэтому за конкурсной программой так интересно наблюдать. Музыка – это же международный язык, это совершенно уникальное средство общения и... Собственно, как можно понять человека из другой страны, не зная его языка? Можно это все с помощью звуков передать. Это давно известно, не я это придумал. И люди, слава богу, что объединяются под вот этим вот музыкальным куполом. Это очень отрадно, тем более в такое наше, в общем, не очень... мягко говоря, турбулентное время. Самую большую интригу организаторы приберегли напоследок. Никто из конкурсантов не знает, какую симфонию и какой концерт для фортепиано с оркестром они будут исполнять в финале. Им есть за что бороться, ведь в этом году призовой фонд составил более 200 тысяч долларов. Интерес к изучению русского языка в Сирии растет с каждым годом. В Дамаске при Армянской апостольской церкви открылся просветительский культурный центр. Уже сегодня его сотрудники готовы принять сирийских школьников, чтобы научить их нашему великому и могучему. Подробности в сюжете. Это уже третий подобный класс в стране. К открытию в ближайшее время готовится еще столько же. Дети рады возможности освоить язык, ведь Россию и Сирию объединяют крепкие экономические связи. Каждый из этих ребят открывает для себя новые горизонты и возможности. Россия и Сирия являются друзьями и партнерами. Мы можем сказать вам большое спасибо, что в это нелегкое время борьбы с терроризмом, с исламским государством Даиш, Россия пришла на помощь нашей стране и нашему народу. Хочу также поблагодарить, что вы не только побиты террористов, но и не забывайте и находите время и силы помогать мирному населению. Проект реализован при поддержке Московского государственного педагогического университета. Преподаватели подготовили специальную программу и будут вести онлайн-занятия для лучшего усвоения год материала. Год назад мы почувствовали, что русский язык и интерес к русскому языку, он повышается и не ослабевает с каждым месяцем, и потребность в учебниках, в наглядном материале, в учебных пособиях, он растет. Спрос на изучение русского языка превышает предложение. Только в прошлом году 750 выпускников сирийских школ поступили по квоте в российские вузы. Именно эти ребята станут связующим звеном между нашими державами.
А тем временем в столице Сербии открылась красочная выставка, посвященная 50-летию хора филологического факультета «Лучинушка». Мы поздравляем коллектив с этой прекрасной датой и желаем новых творческих успехов. А теперь к другим новостям. Жаркую погоду и восточный колорит привезли в Россию Дни культуры Узбекистана. Древние инструменты, разноцветные костюмы и народные напевы погрузили гостей в незабываемую атмосферу Средней Азии. Моя коллега Дарья Валиахметова побывала на первом гала-концерте и прямо сейчас расскажет самые интересные подробности. В театре «Русская песня» продемонстрировали самые выдающиеся произведения национальной культуры Узбекистана. Певцы, музыканты и танцоры прибыли прямиком из солнечного Ташкента, чтобы одарить каждого своим мастерством. Подобные межкультурные события важны для поддержания дружественных отношений наших стран. В рамках установления 30-летия дипломатических отношений между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан это мероприятие одно из важных событий в этом году, в текущем году. Поддержка культуры и культурных связей это всегда считается самым необходимым и важным, неотъемлемой частью вообще во всей внешней политике. Со сцены прозвучала знакомая каждому советская классика и современные узбекские песни. Хореографический коллектив «Навруз» показал обрядовые танцы из разных регионов Узбекистана. А самый знаменитый сказитель республики во время своего выступления призвал к поддержке вечной и нерушимой дружбы двух великих держав. Я так счастлив внести свой маленький вклад в укрепление дружбы между Россией и Узбекистаном. Для меня честь представлять сегодня на таком большом празднике свою страну, и меня очень радует, что наши государства так много лет поддерживают друг друга. Под аккомпанемент камерного оркестра народных инструментов «Согдиана» были исполнены русские народные композиции. В этот вечер два народа пели на одном языке. Всем составом узбекские исполнители отправились в Санкт-Петербург, чтобы выступить на сцене Мариинского театра. Дарья Валиахметова специально для телеканала «Русский мир». Художественные полотна авторов из России, Греции, Британии и Чехии объединились в рамках выставки «Проекция» в Московской галерее «Альма-Матер». Какие они – эксперименты в области абстракции и неоэкспрессионизма – узнаем из следующего репортажа. Беспредметность и неограниченные возможности, стихийность чувств и философия самопознания. Благодаря им современные авторы открывают новый взгляд на мир, выходя за рамки традиционных реалистических практик. В этом можно убедиться, посетив дебютную выставку в галерее «Альма-Матер», которая все лето будет представлять современных российских и зарубежных художников Кристиана Мгасу, Люси Свободу, Лилию Шигапову, Костаса Папакостаса и Екатерину Кудрявцеву. Сегодня мы представляем наш дебют, выставку «Проекция», которая представляет собой и совмещена с таким термином в психоанализе «проекция» Гюстава Юнга, когда внутреннее состояние проецируется на внешний проект. Я подобрала 4 художника, двое из них европейского происхождения, это Британия и Чехия. Двое наших соотечественников, и я представляю свои работы, свои эксперименты. Совмещение антагонистических материалов – одна из любимых художественных техник Лилии Шигаповой. Она использует текстуру бетона, бумаги и пластика, передавая всю гамму ощущений и эмоций человека – от гнева до любви. Вы знаете, я всегда передаю свои эмоции, так как я это вижу. У меня сначала рождается картинка в голове, полный образ. Иногда даже сложно людям, заказчикам передать то, что я увидела. Все эти работы, они про чувства. Даже женщина, которая везде опоздала. Я сегодня, например, опоздала. И эта женщина, скажем так, про меня. Это такая вот вся энергия рассыпается, все эмоции. То есть, да, соответственно, когда человек смотрит, я хочу передать то, что я чувствовала. В работах из серии «Биосингулярность», выполненных в смешанной технике, зритель погружается в пространство, неограниченное какими-либо законами природы. Это органическая материя с ее микроструктурами. Всматриваясь глубже, можно допустить возрастающую множественность трактовок, вплоть до образов вымышленных микроформ жизни. Моя серия работ называется «Биосингулярность». Это рождение, так сказать, биоформ в космосе. У меня есть своя техника, наверное... Поллок придумал свое, я решил, возможно, продолжить идеи
этого художника, но найдя для себя какие-то свои другие компоненты вот, для использования, которые я буду держать в секрете, да, я никому не расскажу. В планах галереи «Альма-Матер» наряду с организацией выставок проведение лекций, мастер-классов, дискуссий и музыкальных мероприятий. Что бы это ни было, главное – разговор об искусстве. Выставка продлится до 31 августа. О самых интересных событиях из жизни русского мира вы узнаете в нашем следующем информационном выпуске. Давайте делать новости вместе с телеканалом «Русский мир». Если в вашей стране, городе проходит интересное мероприятие, связанное с жизнью русского зарубежья, будем рады вашим репортажам с места события. Свои работы вы можете присылать по адресу novosti.rm@yandex.ru. До новых встреч и до свидания!